музыкальный канал Клип Плюс. Я собираю рейтинг песен. Так бесконечно, морская гладь. Да, десятка. Супер, классно. За пути назад. Звучит прекрасно. Я здесь. Класс. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Я буду скакать на коне, прыгать через поезд. Друзья, всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Клип Плюс, это проект Клип Плюс Топ. Здесь мы пытаемся узнать, какой трек самый рейтинговый за всю историю человечества. Напомню правила, мы подойдем к 25 прохожим, я включу отрывки, разные отрывки одного трека. Они оценят от 0 до 10, и в конце выпуска мы узнаем рейтинг данной композиции. Сегодня на обзоре Кипелов с композицией «Я здесь». Генеральный спонсор этого выпуска, наш топ-подписчик Танк Рокет, за что и огромнейшее спасибо. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. Мы начинаем, погнали! Обалдеть. Ваша оценочка от 0 до 10? Да, десятка. Вам? 11. А вам нравится его творчество или голос, может быть? Голос его очень нравится. Он же пел, да, до этого арии? Он пел там в каком-то Виа... Когда-то было, да. Куда исчезла вдруг улыбку попрямой? Все забывая, жить начинал опять. Вы сразу узнали, это круто. Ваша оценочка от 0 до 10? 150. Так, вам? И у меня такая же. В чем его феномен? Голос, лирика, чем он вам нравится? Он создает настроение. Рокерское? Конечно. Голос, супер, классно. Я здесь, не покой. Слышали когда-нибудь этого исполнителя? Нет, но звучит прекрасно. Хорошо. Ваша оценочка от 0 до 10? 10. Вам? 8. Это Кипелов, группа Ария вообще изначально, но это конкретно его проект Кипелов. Знаете вообще Кипелова? Да. Слышали. Сим зовут, музыкальный канал Клип Плюс. Я собираю рейтинг песен. Я прикоснулся к мечтам твоим. От 0 до 10 сколько баллов? 10. 10. Почему? Потому что я бы захотел саундтрек, но это очень круто, наверное, понравилось. Я думал, время... Это 10-10, обязательно, тогда. Вот это 100%, 10-10. Я петь не умею, но не хочу петь. За пути назад. Так, ваша оценочка от 0 до 10, ты 10. 11. Сколько? Потом скажу, дальше продолжим с тобой. Так, вы, девчонки? 5 поставлю. От 0 до 10, 5. Так, тут? Да, 7. 7. Смотрите, это у нас кто? Ария. Но это не Ария, Кипелов. Это Кипелов. Ну, Кипелов, ну, группа-то Ария. Сейчас он уже отдельно выступает. Слушай, ну, здесь написано, что это конкретно Кипелов. Ты выглядишь молодо. Тебе сколько лет? 18. Мне 21, получается, так, да. Отлично, отлично. Мне просто поет очень замечательно. Ну, вот я просто поклонник Арии такой, некий был период, когда слушал хорошо Арию. Вот, очень нравится. И, короче, тоже замечательная песня. Хорошо. Так, почему 5 — это низкий балл? Тебе не нравится такой жанр? Вообще, я Арию люблю, но просто именно данный трек, да, немножко как бы не по душе, поэтому поставила 5. Но уважаю, понимаю, конечно, да, все-таки, но все равно как-то больше не мое. Так, почему 7? 7 душевно, очень нравится, здорово, красиво поет, но слишком старое. А, все. Лучше по инстасамку сейчас. Она по свежаку. Не надо. Вы что? Искал ответ, и не искал пути назад. Так, есть идеи, кто это? Никаких идей. Хорошо, вы тоже не узнали, да? Нет. Все, ничего страшного. Ваша оценочка за голос, за мелодию, по любым критериям, от 0 до 10. Я такой слушать не люблю, поэтому, ну, наверное, 4 поставлю. 4 вам. 5. Тебе, дружище? 6. Так, хорошо, это Кипелов. Знаете Кипелова? Да. Пария там. Кипелова, конечно, знаем, да. Но песню не узнали. Мы не узнали. В каждом выпуске мы включаем отрывочек без слов, чисто проигрыш, вступление, в общем, любой момент, где нет слов. Так уж повелось, поэтому сейчас мы сделаем то же самое. Поехали. Класс! Понравилось? До 10? От 0 до 10. 8.
Восьмерка. Так, смотрите, это группа Кипелов. Знаете Кипелова? Нет, я вообще здесь гость. Ария, Кипелов не слышали никогда. Неплохо. Я свободен. Тоже не слышал? А, это я знаю, вот но это... я не знаю даже, кто поет. Вот это вот он. Это вот ой, он. Класс. А вы откуда? Я люблю эту песню. Я с Казахстана. Прикоснулся к мечтам твоим. Так, есть я идея, не кто? Я узнал. Вообще не узнал, честно. Но мне понравилось. Я под такое затусил. Прикоснулся к мечтам твоим. От 0 до 10? 7. Семерочка. Это Кипелов, знаешь такого? Или группа Ария, может быть? Я другие песни знаю из Арии. Я знаю «Потерянный рай» наизусть. И Кипелова «Свободен» наизусть. По-английски. По-английски, окей. Zero at ten. Zero to ten? Да, yes. Okay, carry on. That was good. Еще одна подсказка, пожалуйста. Так бесконечно морская гладь. Нравится? Да, хорошо. Нравится. 8.5, because it has a very good beat. Очень хороший тон, очень хорошая мелодия, мне очень нравится. Но я просто не дослушал. Я думаю, если бы дослушал, я была бы еще другое. Zero to ten. Nine. It's melodious. It's beauty, it's melodious. In groove. Top Indian actor. Oh! 1.3 million subscribers. Hey, no. Russian rock, топ Russian rock артист Кипелов, Ария. Yeah, Ария. Кипелов. Yeah. Very nice song. Yeah, very nice. Like Kabir Duhan Singh. Kabir Duhan Singh from India. From India. Какие фильмы? Топ фильм? Many are. Top film. My films. Yeah. Yes. Vedalam, Habuli, Palwan, and Dictator, Ramyug. Action. All action films. Боевик? I'm a bad guy in films. Bad guys? А есть на лошадях? Horse? Есть? He's funny. He's funny. Прикиньте, мы сейчас встретили индийского Джеки Чана или Козловского или кого-то там еще. Бля, прикоснулись к легенде. Так что в следующем выпуске я буду скакать на коне, прыгать через поезд, блядь, делать вертушечки. Потому что я зарядился энергией от топового актера. Бля, у них блок снимают на Blackmagic. Учитесь, блядь. А все такие, бля, это индийское кино кал собачий. Они, блядь, на Blackmagic влог снимают. На правах рекламы, друзья, прошу вас подписаться на наш телеграм-канал. У нас там живое общение. Там мы решаем, какие выпуски мы снимаем следующими, какие участники у нас будут, какие будут у них песни. Вся закулисная жизнь. Если вам кому-то вдруг интересна моя жизнь, она там тоже есть. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочка в описании, на экране. QR-код любыми путями. Подписывайтесь. Всех ждем. Продолжаем. Узнали, кто это? Ну, это классика, это классика. Кто? Что-то очень знакомое. Он еще поет песни вроде бы. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Отлично, отлично. Так, ваша оценочка от 0 до 10? 11. Десяточка твердая. Так, это у нас Кипелов. Знаете Кипелова же? Да. Вот, это он. Так, ну вы у нас молодо выглядите. Вам около 20, да? Да, абсолютно. Откуда вы знаете Кипелова? Где вы слышали эти песни? В фильме, может быть, «Бумер» смотрели? Или откуда у вас? Родители слушали? Папа в машине включал. До сих пор смотрела. Отлично, да. Папа привил музыкальный вкус. Я здесь, если не свет, это ты. Я скажу, кто, как вы оцените его голос, может быть, эту песню, можете его самого, как угодно. Семь, вы? Семь. Пятерочку. Пятерочка. Не, отлично, семь. Семь. Смотрите, это Кипелов. Кипелов. Ария, но здесь он сольно, как Кипелов, непосредственно со своей песней, которая называется «Я здесь». Я думал, время сотрет твой
след. Как вам это Лиада? Нет, давайте сначала, узнали ли вы, кто это? Нет. И нет идеи по голосу? Нет. Хорошо, дайте тогда оценку от 0 до 10. Ну, мне нравится. 9. 9, так, вам? 7. Так, смотрите, это Кипелов, группа Ария, знаете, а, таких ну, да, слышали. Я думаю, что-то я знаю. Так бесконечно морская гладь. Узнали, кто это? Я не узнаю, потому что я человек старый, я их не знаю. Если бы вы мне это включили песню, например, кто-то с горочки спустился. Наверное, милый мой идет. Да, вот это я понимаю. Ну хорошо, тогда смотрите, просто по голосу можете оценить. Классно? Замечательно. Хорошо, от 0 до 10 за голос 10. Это Кипелов, знаете Кипелова? Нет. Группа Ария, тоже не слышали? Ария знаю. Так, ну что, подведем итоги этого выпуска. Рейтинг композиции Кипелов «Я здесь» составил вот столько вот баллов. Любят его люди, любят его голос, любят его песни. Поэтому крутяк, что все именно так. Напишите в комментариях, какой трек, какого исполнителя взять следующим на, собственно, рейтинг. Может, он сможет наконец-то уже побить этого Шатунова, простите, прозвучало как-то жестко. Но возглавляет он, что сделаешь. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм, Бусти. С вами был Максим. Пока!